Всем привет, с вами ТНТ Фокс. Сегодня я решил повзрывать вот такие петарды. Тут у меня есть жуки, упаковка 6 штук. Жуки, упаковка 20 штук. Спэниш крекер первый. Петарды Биг Бом. Треугольники маленькие. И К-05. А также еще есть розочка от фирмы Joker Fireworks. И жук. И еще трещащие шарики от фирмы Joker Fireworks. Что ж, давайте тестить. Первые пойдут шарики с треском. Неплохо. Дальше будут треугольники Big Bomb. Такие небольшие треугольнички. Неплохой взрыв. Давайте попробуем жука на 2 выстрела. Не сработал жук. Давайте вот такой запустим. Проверим, какие из них мощнее. Теперь упаковка 20 штук. Этот кажется мощнее. Давайте теперь розочку. Дальше петарды Spanish Cracker первый от фирмы Fieri. Очень мощные петарды. Давайте еще побросаем шарики с треском. Еще раз проверим жука из 6 штук. Теперь жук 20 штук. Давайте побросаем корсар первый.
сразу три. Теперь корсар первый от золотого дракона. Тоже сразу три. Давайте запустим бабочку от фирмы Joker Fireworks. Надеюсь, она здесь взлетит. Высоко полетела. Давайте еще одну. Фитиль не зажегся. Давайте вот эту. Вот она. Попробуем зажечь вот эту. Не загорается. Давайте взорвем еще биг бомб. Давайте попробуем вот здесь взорвать. Давайте возьмем К-05. Разорвала пень. Вот. Давайте еще один. Да, всунем. Разорвала пень. Что ж, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите предыдущие видео, они все очень интересные. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, всем пока.